Тем временем в Омске завершился чемпионат России по фехтованию. В командном турнире «Саблисток» победу праздновала сборная Новосибирской области. Команда, в составе которой выступали Яна Обвинцева, Юлия Гаврилова, Мария Ридель и Евгения Карболина, в финале взяла верх над представительницами Московской области. Счет 45-31. Бронза досталась спортсменкам из Санкт-Петербурга. У мужчин «Саблистов» серебро. Также наши земляки стали призерами личного первенства. Вениамин Решетников – серебряным, а Валерий Сулковский, Юлия Гаврилова и Яна Обвинцева – бронзовыми.